приду без крика, без шума. Ну, найду какой-нибудь повод. Скажу, ну здравствуй. Она скажет, ну здравствуй. Ну надо как-то отношения завязывать. Я скажу, ну как тут вообще жива-здорова? Она скажет, там вообще хреново. И начнет рассказывать. Он скажет, вчера, к примеру, приходил, нажрался, говорит, и стал приставать ко мне, пьяная скотина. Ну я тогда ему так строго сказала: Квентин, может, ты, конечно, говорит, и не заметил, но вообще я жду. А тебя, говорит, вообще заходить не просили. Вот такая ботва, прикинь, бывает не до смеху. В общем, было трудно без тебя. Хорошо, что приехал. Бла-бла-бла.